Всем привет! В этом видео я отвечу на один очень часто задаваемый вопрос. Как, черт возьми, пробить этот сраный тигр? На самом деле все очень просто. Ну или не очень просто. Да ну нахер! Я же говорил, все очень просто. Для испытаний возьмем заведомо более слабый танк, КВ-85 со стоковыми снарядами. Ты бы еще Т-38 взял, придурок! Не переживай, и до него дойдем. Ну что же, поехали. В лоб, как мы видим, шансов пробить практически нет. Поддаются только комбашня и маска орудия, да и то не всегда. При стрельбе в борт проблем особых не возникает, но это лишь в идеальном сценарии. Небольшое отклонение от угла в 90 градусов и пробить уже не удается. Корма тигра расположена под углом, что изначально дает ей некоторую защиту. Не рекомендуется стрелять по ней, находясь выше тигра. В таком положении угол значительно увеличится. В целом пробить корму труда не составляет. С калибром побольше все становится намного проще. В лоб стреляем по маске и комбашне, в борт и корму практически куда угодно. В реальном бою, конечно же, никто не будет стоять перед тобой, любезно подставляя слабые места, и выцелить комбашню или маску на большом расстоянии будет довольно трудно. Поэтому выход один – сократить дистанцию и стрелять только наверняка, либо зайти в тыл.
А на этом у меня все. Если видео оказалось полезным, поделись им с друзьями и подписывайся на канал. Пока! Я должна Т-38 уничтожать тигров, а ты нет.